Нет, зато будет. Прикинь, такой, бля. Да вам что париться, по-моему, в первом клане, который за ЗП. Так. Старуханыч, уходи на центр. На контре его стали две баба, Кубанорт и Фрин стали на вот сюда на контре. Все остальные тяжи поехали сюда. И с СТ-хами, просто все вот сюда едем. Ты так говоришь, Саня, я, допустим, и ребята, вот, которые с нами, со мной из БСК еще к вам перешли, мы года два, например, деньги не клали. И не больше. Не, ну, это ж как бы, вы ж, БСК, это ты ж там замом-то был. Ну и что? Понял, да? Да и не жди здесь ничего. Так, Старуханыч вообще не светился? Блять. Все, Старухан, значит, тогда ушел как-нибудь вот сюда, вот эти две ФВХи тоже сюда поехали. Уже переместились. Оп, быстро. Засвечен. Все, как-нибудь там, смотри, чтоб тебе... Все, отлично, уходи оттуда. Все, эстехи прожали сюда и забрали этого бачата. Вот эти аккуратненько, все вылетели, забрали. Тяжики тоже вот сюда вот ныряем. Вот они, по фокусу работайте только, по фокусу. Тяжики тоже сворачивайте и на эстех рашьте. Уходите, ФВХи, вот сюда. Вот этих эстех надо поубивать. Сейчас блядь, справа вывалится, блядь, и пизда. Давайте, мне. Давайте, тяжи, аккуратно, аккуратно. Лакурыч, смотри, сейчас справа тяжики выкатятся и реально будет жопа. Спокойно, аккуратно. Тяжики, ждем вас, давайте за рашем заберем. Сань, мы две машины с контра, что делаем? Едете к нам сюда, давайте по фокусу 140. Тяжики, жду вас. Хэт, аккуратно. Ну вот сотки. Во-во-во, сотки, все, тяжики, фасов сотку фокус кидайте. Все развернулись, да зафокусили сотки, просто убили ее. Все, забрали, она выехала одна. Доберите бата шотного на центре. Сейчас доберу. Ой-ой-ой-ой, стэ. Я хочу убить. Тяжики, давайте соток по фокусу работаем. По фокусу. Бачатов тоже там. Вот эти ФВшечки к нам сюда дуйте, вот сюда наверх. Чего вы там стоите? Старухан, ну что тоже поджимай куда-нибудь. Не фокус. Вот поехал, хэвики, бачатов. Ой, 62-ка упала, заберите ее. Работайте по фокусу. ФВхи, давайте, поджимайте, не стойте. На гусле доберите 300. Хорошо, дальше фокус. Работайте по фокусу только вот. Чё, сколько добрать? 200. 100 хп, 200, блядь. Сёма снизу. Да пофиг вообще на эти Сём. Для чего вы через низ, блядь, поехали? Почему через верх нельзя? Вы столько сейчас дамага вот этого говна пока получаете. Пока хэвики, КД надо быстренько убивать что-то, какую-то сторону. Вон, ну, сотка 800. Добить. Да не-не, разделено. Арта работает. Вкидывай. Купыч, вкидываешь? Лёша, голос, доберите сотку. Предатор, забирай сотку. Только не боком выезжай. Да на КД. Понапрягайте, хорошо. Там и стек надо понапрягать. 300 хп добейте, Харик. Роман, не лезь, аккуратно. Отлично. Я свечу только. Антон, отойди. Ждите, вот сейчас Старухан поднимется. Все собирайтесь вот сюда и начинайте вкатывать. Ой, хорошо. Роман, уйди. Вообще не вылазь. Помогите Бихолдеру. Предатор, аккуратно смотри только. Вот 62-ка сейчас будет вкатывать, по-моему, уебите на вас. Уебите её, кто-нибудь. Эйс вперед, эйс вперед. Вот бачат идёт. Бихолдер, Бихолдер, тебе заходит шотный бат. Эйс вперед пошел вперед. Все, подкатывайте все, все. Начинайте вкат, забирайте всех эстех. Эйс, Бихолдера перекрывай. Забирай все, шотного бата нормально. И пошел им в жопу всем заходить. Все, быстро. Все, один, вот этот задний бат на центр или вперед. Какой-нибудь из тех остановился и вот сюда подкатило. То есть подсветило вот этих семерок, что они делают. Добивайте быстрее. Хевик там в центре шотает. Все, и вот дальше покушивайте, добирайте. Подсветите, все, семерки тут, даже не надо, все. Вот так вот, едьте, убивайте всех. Возьмите базу, опыта больше дадут и этих хачей, наверное. Ресурс, ну ресурсы, блядь. Эти хачей, блядь. У кого что болит, блядь? У меня хачи не болят. Они у меня здоровые. Предатор, назад уйди. А, или он КД. Бихолдер, он убивает. Легко убивает, он доубивает. Уничтожаю просто. Уничтожаю. Не пробил. Я вообще ее пробить не могу, Семен. Че, отлично. Я ФВ не пробил бы. Арту.
Ну если у кого есть в клане, можем в тренировочку на пробитие. Если я участников, да. Пострелять там, на малину. Изучить все проекции. Подождите, не убивайте, дайте базу взять. Лесенку потренируем, по фокусу стрелять. Ну, кстати, можно же выжить. Думаешь? На туре сорганты как первый раз, знаешь, блядь, ебать. Можешь попробовать выжить. А ну его нахуй, пройду солить, да? С обрыва. Да вон он сейчас таранить поедет семерку. Она же сейчас открывает, что же, сука. Хорош. Не успеет. Креночки-то дрожали, наверное. А где 2000 опыта? Когда прижался, аккуратно стал. Остальные стачки быстро вот сюда вот вылетели, вот так вот нагло, вот эту пачку отстреляли. Все тяжики пошли вот так вот пушем. И две ФВшечки, даже нет, Кубанор, просто Леша вот сюда подъехал тоже к нам. Сразу вот вылетаем нагло, лесенка, и вот это все отстреляли. То есть поставить там бамбук курить, да, Саня? Саня, чем отличается нагло выехать от ненагло? Ну, хер его знает. Нагло это... Просто значит, выехать отстрелять. Опиздюрится сразу, а не ну, нагло. В том, это... Нет, ну смотри, нагло да это, то есть понял, похер понял. Там на дамаг получать, не получать, и в количестве стволов уходишь и разъебываешь. Ну просто не нагло, это так. Это просто так едешь. Вот. А ну, когда нагло, нет, там как... морду там. А, так, да. Напряг ебальник. Тут вышел, короче, и слился, да, типа такого плана. Понятно. Нагло мы в прошлом бою сыграли всей командой, да. Блядь. Эйс, аккуратно. Стежками не надо так поджимать, ты что делаешь? Забрал, опустили, хуярили, блядь, кто куда, блядь. Наоборот, подняли. Нагло же. 62-ка, давайте. А, ну да. Бачат. Эйс, я и Сталакура, пошли быстро вот сюда. Тяжики вот отсюда быстро поджимать. Да вон там бачата можно уебать. Хартман стоишь тут. Тяжики, не на, вот сюда поджимались. Куда ты сказал нам ехать? Поехали со мной просто есть. Остальные все стежки стоим. Один бачат вот отсюда. Вот поехал сюда в кустике стал. Хотя не надо, тут хатма стоит, не надо. Тяжики вот тут вот раскинули все, так чтобы если что, вот сюда фокус тоже держать. Так вот, выехали. Вот фокус бачата поставили, 1400 хп. Там сзади меня. Выходим его, забираем. Побыстрее только. Нас в бок сейчас тяжи не накидали. Опачки. Проходите сюда из инвизора вот на цели. Предатор там светит. Тяжики собрались вот таким макаром и всей пачкой поехали вот так вот подпушивать. СТ стоим. Собрались и вот так вот, вот этой кромке. Вот смотрите, вот так вот двигайтесь. Вот сюда поподжимали все вместе. Хартман, стоишь там аккуратно пока. СТшки пока стоим бездельничая. Ну, потом скоро тебе. По этой кромке. Какой кромке, блядь? Хорош. Блядь, чё, тяжело понять, блядь. Взяли, вот так вот поджались вот сюда. И от башки да. Отстреливайте по всем флангам. Отсюда вот эти 2-3 бачата. Вот эти 3 бачата вот таким макаром разогнались. И с хатманом, как только вот эти будут агрить на себя. Заезжаете вот сюда. И с разных сторон просто расстреливайте. Все, что вы делаете. Пока вы стоите, то есть в инвизе. Вот арта не стреляла по кому-нибудь? Да. Попадала? Где-то, скорее всего, здесь. А, то есть на базе или нет? Нет. Ну все, значит, можно сюда поджаться. А ну скажешь что-нибудь, вас херово слышно. Ай-ли-лей. Хорошо, отлично. Можешь спеть? Давай, Алеш. Смотри, что? Гражданская оборона. Соберитесь, Хартман, не спеши. Вот эти тяжи агрите там от башки, ушатывайте. СТшки просто стоим вот сюда накидываем. А вон нагло выезжая с бихолдера сайсом. И расстреливайте их. Да там семка там может. А, ну тогда поехали. Пускай айс останется, поехали с тобой. Вот так вон, вон, петушок. Петушка однокнопочного заберите. На центр поджаться. Вот эти вот аккуратно очень. Бачата пролетите, расстреливайте их нахер. В шпашляпе.
Танк уничтожен. Кстати, у нас вот эти баты уже спокойно могли бы сюда заехать. Тут одна семка только. Ну давайте два бата поджимать. Я не против. Да по фокусу работайте, там 100 хп. Струха не лезь. Дезер, ну не наглейте так, ну это ж пиздец. Вы так наглеете, конечно. Просто пиздец. Конкретно сейчас он кого-то из нас шутнет. Сука, ну как ему так за магом везет? Ну это бред, блядь. 140, Вадимыч, дошотай. Все быстрее. Артур, что не забрали баты? Хорошо. Эйс, подожми вот сюда. Вот этих заберите, левых. Левых заберите побыстрее. 140. Бата, не, никак, понял. Ох, какой я точный. С этим без наводчика. Убегаю, убегаю, Эйс. Да, 16 хп. Лол. Первый раз куда-то он послал правильно, настрелял, блядь. Турист, блядь. Сижу хуярить, на французскую музыку поставил, ебашу такой. Слушай, бери арту, будешь постоянно кидывать. Кто? Ты. Ты чё, охренел? Где я, где завтра, блин? Ты чё сказал-то? Будешь однокнопочным теперь. Я как только сяду на однокно, я сразу бутсы нахуй на гвоздь повешу, блин. Будешь каждый раз себя самоуничтожать. А, для этого? Ну да, действительно. Чё ждать, пока прилетит? Все равно в меня хуярят. Серёг, а ты... Чё-то, Серёг, куда-то, не? Лакор. Утонул. Да, он отошел от компа, сейчас подойди. Значит... В Советске есть. Давайте перекорчик 2 минутки сделаем. Повезло им с картой. Кубанорд, вот сюда вот сразу дуй. Вот сюда. Даже стандартно сюда сразу бачаты. Ace High. Вот таким макаром переваливаешься. И вот сюда с малого города светанил этот квадрат. Я бачаты на центре светану. СТ-шки 2 бачата. 3 бачата вот тут стало, остальные СТ-шки вот тут в ямке. Старухан сразу. Ой, то есть Лакура сразу в ямочку падает. Лакура пусти. Я центр светану. 3 бата вот тут, чтобы были. Ну, вот тут где-то по кустам заныканы. У тебя же 2 квадрата ваши, не толпитесь, раскиньтесь. Что-то Кубанорд направо поехал. Так он меня туда поставил. Эй, светани малый город, да, вот эти правильно? Квадраты, потом на гору уйди. Меня слышишь? Да. Угу, все, аккуратно, стейхи. А, отлично, СТ пропушиваем с Кубанордом. Полетели вот сюда, занимаем квадрат. Все, у тебя же тоже выходили 2 квадрата, и вот это все, вот, ну вот сюда отстреляли. СТ пропушиваем до зелени. Ты что, на гору ехать или что? Тебя же не надо, не сильно. Эй, быстро на гору и вкус на пассив, чисто на пассив. Встал в кусту и чисто просто подсвечиваешь. СТ пропушиваем, вот это все забираем, вот это говно. Тяжки на лестнице. Там уже бат на горе. Вот, фокус на бачата. СТ залетели, позабирали вот этого бачата, вот это. Тебя же много не получаем с горы. 600 хп. СТ подпушиваем дальше вот сюда.
не получаем, скатитесь там, уйдите в сейф. Да, или падайте наоборот прямо. Не получайте с горы, много дамаг вам летит. Очень большой дамаг с горы летит. Поуходите все. Поджимайтесь вот сюда. Все, СТ пропушиваем вот отсюда, вот к этому квадрату. Все, арта работает. 62 колокор, вернись вот сюда. Угу. Стань и просто по КД стреляй. Все, ФВ забрали, бачаты. Безнаказанно. ФВ КД? По-моему, нет. Нет, там кого-то на 900 вроде присылал, сколько я видел. Все, дальше, бачаты все поподъезжали сюда, вот это... Ой, Эйс, как ты так вот зашел далеко? Ну видишь, двое выстучили, чё? У вас тут места нет? Купоклав, давайте быстренько съебался бы куда-нибудь сюда. Сейчас три бачаты, я не буду тут нажимать. 600 хп хэвик добиваем, ага. Блять, не попал, лапа. Отстреливайте сюда, чаты. Забирайте хэвик, АПСТ. Стреляем. Выцеливайте СТ, сводитесь, поподжимайтесь. Купоклав, бачаты. Не стреляйте, как лалки какие-то. Пару тяжей, два клакури, поехали. Быстро. Сейчас развернулись два фуловых тяжа и поехали. Лакур, еду к тебе тоже. На гусле, бачат. Остальные 3 СТ подсвечивайте, хэвиков раздамаживайте. 600 хп сотка. Еще раз на гусле, бачат. Тяжи развернулись и вот сюда фокус. Добили бачата. Отлично. Ёбаный насос. С ББХами сотки баркер кидают. Шотик. Сейчас. Все, поехали с тобой заезжать. Как-нибудь так. А что ты не уехал, Купоклав? Я тебе 3 раза сказал, что сейчас бачата приедут. Да он отсюда стреляет нормально. Да. Мне бы это найти. Вот рисовки. Теперь интересно. А, хайк-то убили на горе. А где у них арта, интересно? Тут где-то. На горе, наверное. Не, на горе бы засветилось, а на углу там. Угу. Херася, кто это? Я сейчас вычислю. Кто стрельнул? Да. По IP? И по IP. Херася. Так, бачаты, это получается конкурент Эйс и Лакура. Пролетайте сразу вот сюда, остальные бачаты где-то вот в этом квадрате. Я не бачат. Мор 2. Ну, ты, я понял, знаю, ты наш все-таки сюда. Мор 2 вот тут где-то, вот сюда не спускайся. Тяжики вот тут все раскинулись. И один бачат, это кто-нибудь сейчас, Фер. Вот тут вот, катнись, пожалуйста. А, бля, я подумал, окей, я там катнусь. Еще раз, кто знает сюда, остальные баты где-то вот тут. То есть вот это вот, кто сюда поджиматься будет, под параллельный огонь что ставит. Сейчас офигеть, они сотками светить будут, а эписями стрелять, блин. А что? Они в город ушли. Я тебе говорю, у них бомба будет. Сотки будут принимать, а ипси будут дамажены, как хер знает кого. Без засвета. Ну, они сюда не смогут простреливать. Так, вот тут нагло тяжи, вот сюда вот выехали все тяжи, вот так вот нагло. Вот сюда сейчас СТ будут, все пачкой полетели. Уже полетели? Да уже собирай. Там есть? Давайте. Да может тяжи пусть потянутся. Потянитесь, конечно, вот тут встаньтесь.
Вот так вот в расстреле. Вот, этот, вот эту полку, чтобы вы все обстреливали. Мордва, никуда не падай пока. Вернись вот сюда ко мне, на всякий случай. Чего? Все, гоу, все бачаты полетели. Все будет не очень пиздатый, они сейчас все здесь стоят. Ну, они вообще салют тогда под ноль. Все, они там стоят. Да мне похуй, я не надамажен. Вот смотрите вот отсюда, чтоб фокус не... Ну, оттуда в дэмидж не вливали бы. Кто это здесь так ездит? Досвечен. Да. Поджимайтесь. Делай маневренный ход зигзагом. Читаешь же подсказки? Конечно, они на базе все разбили и ставят дэфи. То есть? Да холдер на синем разводе играл? Аккуратно, сейчас сильно не лезем никуда, чисто подсвечиваем по канавкам, так вот пройдитесь. Один бачат вот отсюда на центр упади. Мордва, ты тут, да? Рядом, сейчас встанем в кусту где-то. Бля, я даже боюсь узнать, вообще... Все, все, сильно теперь. От него не высовывайтесь, ну, аккуратненько. Вон, вот, видит, достаете тяжи? Да нет, конечно. Спускайтесь вот сюда, значит, пару пачков. Давайте смотрите тяжей. Два тяжа вот сюда в центр. Давайте все сейчас тяжи в центр аккуратненько. Два задних вот сюда сразу стартуйте сюда ко мне. Вот тут один бат сейчас остался. Один бат и 62-ка. Все остальные стейшечки вот так вот без света. Уходите вот сюда. Давайте сейчас все тяжи пока вот сюда спуститесь. Сейчас вот еще раз дайте свет, отстреляйте сюда. Не спускайтесь на воду, вот тут чисто будете. Давайте еще два, давайте тут не будем отстреливать, давайте два тяжа вот тут остались, все остальные тяжики поехали вот сюда. Вот отсюда сейчас будем задавливать, с центра два тяжа будут работать, две стежки вот отсюда. Один бат еще отсюда уедете, сказали, один бат и я остался. Вернитесь. Да, бат, быстрее, дуй. Все тяж перекатывают сюда? Два только осталось, только два Е5 или ФВшка и там Е5 приезжают, все остальные тяжи вот сюда вот дуйте. Будем в попки соткам кидать. А мне кто-то засветил. Че бату под мостом? Под мостом потом будешь как-нибудь уходить вот сюда с этими стежками. То есть нам надо будет одновременно сделать отсюда заход, два тяжа вот отсюда, и стежечки вот отсюда. И как-то попытаться потащить их не анал. Будет тяжело, так что давайте. Дерзайте. Все, тяжики, поехали пачкой вот сюда. Артака, эстехи, да. Пока стоим. Все тяжики собирайтесь спокойно вот тут и пропушивайте. Эстехи пока не летим, вот тут устали. Вот возле меня. Арту бы в город перекатить, Саша, чтобы она по прямой забрасывала. Если они будут стоять здесь там... одна эстех стоит, слышишь, они вот здесь. Ну, потом ее убьете. Потом в три машины зайдете и убьете. Вот сотку видим? А вон, вот, леопарда. Вот леопарда забирайте. Тяжики на ходу стреляйте, вот тут проходить, не останавливайтесь. Забирайте вот этого леопарда. Ну мы нам пока закидываем. Конкурент просто отдастся и все. Сколько у конкурента? Вот это конкурент, сколько у него хп? Ну у него еще 1070. Тысяча. А у леопарда сколько было? Ну там 800. 800. Карта не попала. Ну, все. Так, давайте а теперь СТ вот сюда поджимаем. Тяжики аккуратно вот тут вот собирайтесь, даже ближе вот сюда. СТ, прям 2 Е5 пошло, пацан. Приподнимайтесь. Тяжики, ближе вот сюда, левее пачкой держитесь. Сейчас они поедут, мы с тобой ворвемся, леопард заберем. Е5 так же самое, вот можно даже вот отсюда. Бачат, давай тоже вот сюда вот с Е5. СТ-хи вот аккуратно тут от бугров катаемся. Тяжи, отрежьте от нас вот этот квадрат, чтобы нас отсюда в бок не дамажили. Все, аккуратно, на соток вообще забирайте хера, вот сюда тяжи. Отрезайте соток, пускай они там бездельничают. Забираем вот эту пачку изначально. У них загнуты сюда машины. Все отлично, вот, отрабатываем вафлю. От того, что у нее корытная башня, отрабатываем ее. Хорошо. Че, мы за леопардом поехали? Еще дальше. Спокойно забираем вафлей. Арта светится. Да, вы заезжайте там, забирайте. Все, и пятый отсюда. Тяжики, вот эти тяжики ближе сюда простые. Теперь играем просто от скилла, да и все. Вот тут добрали леопарда, и как-нибудь пройдите или туда, или вернитесь. А здесь от холма можно нормально. Леопард шотный. Леопард шотный, парня. КД. Я заберу. Батон, а КД? Что, пока не спешу. Полтинник вылетает. Врезаться вот, быстрее решайте вот этих двух соток и домашних. Быстрее их там решайте.
Е50 добейте, молодцы. Все, быстрее 200-ок зарешали, уже там, даже не все, уже находите сюда прострелы домашние. Дима, не лезь. Да что за херня, голду не могу сотку пробить. Кто хп добивает? Пробитие. Есть пробитие. Броня не пробита. Не пробил. А, в гуслю, да ладно. Чё-то не фоналились они никак. Мне кажется, для них бата по центру были неожиданности полной. Вафель сразу и нету. Это Санин гениальный план. Угу. Он просто быстренько посмотрел на ютубе, как разъебать анал на хайвее. Очень быстро. Не зафилов. Я просто посмотрел, как разъебать анал, и все. А. Это никакого отношения к бою не имеет. Да-да-да, вообще никакого. И под впечатлением пропустил раз. Да, я тут же вас сидел с впечатлением, бля. Тогда и ник себе в ТС-ке перебей. Завоеватель третьей степени. Нихуя себе, блядь, какой-то тут. Да, завоеватель третьей степени, да. Мы опасны. Ну, ебанутся, тут прыгнуться на скорку. А что это за боевая задача 2000 опций двигаться? Не знаю. Все, Вадимыч, давай. Плюс один, парни, побыстрее в укрепку. Что, сказать волшебную фразу, с которой мы сольемся? И что мы еще не сольемся? Антон, да. ФВ. ФВХ, тяже. Обычно после нее сразу идет какой-нибудь ебаный слив. Это какая? Что, типа мы еще не без поражений. А, я понял. Ну смотри, сейчас какой-нибудь трес поя будет или ТМН, что-нибудь такое. Блин, ну пацаны, не расстраивайте. И чё? ТМН, рез, и чё? Слушайте, будет победа, блядь, будет у нас пробитие. Мы тебя вон послушали уже на этой новой, ты... на этой карте, блядь, чуть не слились. Ты давай, ой, не рассказывай. И так, чтобы если что, вот отсюда не получать. Вот ваша задача. Делайте. Их сами там смотрите, как вам удобно. Блядь, ты много требуешь. Много требую? Тогда утопитесь, нахуй. Попадайте, пробивайте. Ты понимаешь, тут нужно думать еще, когда едешь. Нахуй думать, надо просто ехать, что-то делать. Все, стехи вливались. Добейте 500 хп. Ой, что случилось? Встречаем их, встречаем. Пушьте, ФВ, ФВ, давайте, давайте. Вовчик, там не прозевай вспышку и все. Давайте, давайте, и пятый, дуйте, дуйте. ФВ тоже через верх, даже через низ заходите по ДПМ, и стехи через верх. Ну, сверху держитесь. Эй, о, они уходят, все, по нагле. Нагле, 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 их надо поубивать. Вот я этих не отпустить надо думать. Вообще, если нагло вылетели и поубивали. Не отпускайте вот этих дебилов. Ван, ты там будь на дефе. Ну, понял, чисто так. Чисто ты там есть. Эйс, я остановился. Отшотывайте, быстрее, быстрее, пропушивайте сюда, если. Тяжики, прям по нагле вот сюда режьте. Нельзя их отпустить, чтоб они так охеревшие. Вот, вот еще. Шот, шот по бату. Хорош. Но тут тоже так вот сильно вот от башки играть, потому что они уже уехали, сейчас могут под фокус кинуть. Вон, 140 на дальнике добить. Конкурент, на дальнике лучше стреляем. Давай, молодец. Есть пробитие.
Все, отлично. Бачаты, давайте всей пачкой развернулись и поехали вот так вот. Даже допушиваем через центр. Вот там хэй терпила. Пока, стоп. Не надо. Давайте. Четыре чижа сюда, остальные где-то тут. О, а чё так долго, не понимаю, ты же уже видел танки, почему ты не уехал -то? СТ, все вернулись. Давайте пару тяжей тоже, 2 и 5 уже зайдите или вернитесь вот сюда быстро. Короче, заходите как-нибудь сюда, там, как хотите. Только подождите, пока вот бачаты зайдут в этот квадрат. Как только баты в этот... Ёбаный насос. Окажутся в этом квадрате, можете там уже заходить в центр и резать их. Все, 2 тяжа вот отсюда чисто заходите, не больше. В основном центр режьте. Все, раз. Надо сейчас... Ждите. Ну, расстреливайте. Бачаты пачкой собираются. Все, пошли через центр. Вот, вот сюда налево режьте. Только вот смотрите, там просто... Ну, классные лаги, блядь. Бля, я протыкал, что это толкните меня, Лакура, толкани меня. Да ну пиздец. Как справа пройти, блядь? Зашотывайте вот это говно. Пробитие. Пробитие. Кур. Сука, я ж знаю, что ты сделаешь. Чё? Ну помоги мне, я ж стою. Блядь. Я ехал тебя топить. Давай. Хорош, молоток. Утопи. Все, спасибо. Блять, ну ты. Все, отвечай, я тоже думал утопить, честно. Да я даже что-то не обратил внимания, что это он стоит. Так я тоже сперва пролетел, не посмотрел, кто это. То есть, если бы это другой, если бы это не я, да? Просто в начале боя такой хуйней лучше не заниматься. Ну и в середине тоже. А то мало ли что, блядь. Ого! Это скилл. Сука, вот мне 50 сегодня целый день попадал с этого на ходу, блядь. На этой хуйне ни хера не могло. Я только что попал и поджег еще. А еще сделал выстрел рикошет от бачата, пиздец. Ох, по еблу получил. Я получил сейчас, блядь. Справа быстренько проехал, блядь. На 1200 от арты опять выхватил, блядь, плюху, блядь. Это а сука, штука пизду. От кого еще-то, блядь? Пиздец, блядь. Я ж хуярю, нас не остановят, блядь. Заходите, две машины справа, блядь. Ивангар, блядь, пошел. Только недоволен. Что на артае часто, да, походу хуярит? Да ну заебало, Серег, ну это вообще как дикоебёный прикол какой-то, слышишь, блядь? Только показался танк, прям сразу плюшка такая, блядь, летит с наилучшими пожеланиями, пух, блядь, такая хуёвина прилетает, блядь. Что-то он тебе не особо зарядился. Блядь, это зверь, блядь. Вот, сука. На ББ шлюха. На, лол. А, он слил. На каком телеку? Телеку с игры. Ну они, походу, там... бои смотрели наши. А нет, там, наверное, этот второй клан стрим что-нибудь включил такое. Ну я да, думаю, там это... уходит. Не-не, Маршал да там не. Стримил, там удар Рус вот этот стримил. А, я думаю, они уходили. А где они смотрят стрим, там тоже концы тоже на этом, на... Как его?